Власть и кучка олигархов. Депутаты голосуют за законы, которых не изучают и не читают, заявил лидер удара журналистам Верховной Раде. На вопрос журналистов, что депутаты делали ночью в сессионном зале, Виталий Кличко ответил, что она прошла в дискуссии. Он с коллегами обсуждал ключевые политические вопросы и будущие действия удара. Мы не хотим и не будем играть в эту игру. Мы эту игру сломаем. Результатом этой игры були прийняті багато законопроєктів, які не відповідають інтересам людей. Вони відповідають інтересам олігархів. І результатом цієї гри стало те, що в минулий час, за часи минулого скликання, в Україні стало вдвічі більш мільярдерів. Але українці вдвічі краще жити не стали. На вопрос журналистов, что депутаты делали ночью в сессионном зале, Виталий Кличко ответил, что она прошла в дискуссии. Он с коллегами обсуждал ключевые политические вопросы и будущие действия удара. Оппозиция объединяется в борьбе.